Марка Porsche прекрасно понимает, одними спорткарами сыт не будешь. Но вместо очередного кроссовера на потребу массовой публики немцы вдруг выкатили нечто неожиданное. То ли лифтбэк, то ли универсал, да еще и с внедорожным обвесом. Имя этому творению – Porsche Taycan Cross Turismo. От обычного Taycan неординарная новинка отличается не только наличием пятой двери, но и увеличенной высотой кузова. Если верить пресс-релизу, то над головами задних пассажиров стало заметно просторнее. Смена формата позволила нарастить объемы обоих багажников, переднего и заднего. Плюс для любителей путешествий за доплату заявлены багажные рейлинги и специальное велокрепление, что позволяет поднять пятую дверь, не снимая самих велосипедов. Кроме того, лишь для пятидверки можно заказать перенастроенную подвеску, которая повысит дорожный просвет на 30 мм. А закрывают список любопытных опций черные накладки по углам бамперов. Ну чем не кроссовер? Чтобы подчеркнуть вседорожный характер версии Cross Turismo, в Porsche решили предлагать лишь полный привод и аккумулятор максимально возможной емкости. Бонусом идет специальный ездовой режим для выездов за пределы асфальта. Оценит ли обеспеченная публика столь неожиданный формат, мы узнаем летом, когда стартуют продажи пятидверного Тайкана. В России за этот Porsche будут просить минимум 7 миллионов 570 тысяч рублей, а со всеми опциями больше 17 миллионов. Очевидно, что нам придется посвящать все больше эфирного времени электрическим новинкам. Совсем недавно мы освещали премьеру аккумуляторного кросс-хэтчбека Hyundai IONIQ 5, а теперь похожий автомобиль анонсировала родственная марка Kia. Машина будет называться EV6, где приставка EV обозначает Electric Vehicle, то бишь электрический транспорт, а цифра намекает на размеры. Соответственно, чем она меньше, тем компактнее модель. Пока корейцы показали лишь несколько тизеров шестерки, а также сообщили, что она базируется на свежей архитектуре EGMP. Последний факт гарантирует аккумуляторы нового поколения и наличие ультрабыстрой зарядки. И чтобы закрыть тему батарейных моделей, концерн General Motors пообещал 3 апреля показать миру новое поколение внедорожника Hummer. Очевидно, что модель сотворят из одноименного пикапа, представленного ранее.